Здравствуйте, любители вязания! Сегодня в этом видеоуроке я вам покажу, как из травки нитки связать такую красивую шапочку, пушистую, мягенькую. Вот это я дочке связала на 4,5 годика. У меня сын попросил также связать из голубой травки. Вот моему сыну 8 лет. Я вам сейчас покажу схему. Эту схему вы также можете ее зарисовать. Я связала, значит, сколько дочки рядов? 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов. И начала только столбики с одним накидом, то есть уже закругляться. А сыну я прибавлю на 1 ряд побольше. Она очень хорошо тянется, эластичная, мягенькая и очень красиво смотрится. Травка, пряжа для ручного вязания, здесь 150 метров. Также нам понадобится крючок троечка. Вот такой троечкой мы будем вязать желтой спицей. И приступим к вязанию нашей шапочки. Наберем по окружности 6 воздушных петель. Потом наберем 3 воздушные петли и наберем 11 столбиков с одним накидом прямо насквозь в петлю. 11 столбиков с одним накидом. Набираем 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. И смыкаем в одно полушарие, в один кружок соединительным столбиком. Делаем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И теперь в эту окружность насквозь в петлю столбики. 11 столбиков с одним накидом. Семь, восемь, девять, десять и одиннадцать. Где мы набирали 3 воздушные петли, 1, 2, 3, прям в петлю, не насквозь петлю, а насквозь в петлю, не прям внутри петли косички, а насквозь в петлю, соединяем соединительным столбиком. Теперь набираем 3 воздушные петли. И теперь мы сейчас вяжем с вами второй ряд. 3 воздушные петли в эту же петлю. Мы делаем столбик с одним накидом, и в последующие петли мы вяжем по 2 столбика с одним накидом. В эту же петлю сейчас столбик с одним накидом. И теперь в следующие петельки насквозь в петлю по 2 столбика с одним накидом. Пальчиком можете пушок убирать, и петельки видно.
до конца ряда провяжем, потом соединяем соединительным столбиком. Так, последнюю петельку мы вяжем. Теперь где 3 воздушные петли соединяем соединительным столбиком. Теперь мы с вами будем вязать третий ряд. Набираем 3 воздушные петли, снова же в эту петлю столбик с одним накидом насквозь петлю. В следующую петлю 1 столбик с одним накидом, в следующую петлю 2 столбика с одним накидом, потом 1 столбик с одним накидом, 2 столбика, и так до конца ряда. Мы с вами вяжем 1, 2, 3 ряд. Сейчас набираем 3 воздушные петли, снова в эту же петлю мы провязываем столбик с одним накидом. В следующую петлю мы вяжем столбик с одним накидом. В следующую петлю 2 столбика с одним накидом. Я насквозь в петлю просовываю крючок. Теперь отодвигаем пальчиком пух. 1 столбик с одним накидом. В следующую петлю, вот она уже петля видна. 2 столбика с одним накидом. В следующую петлю 1 столбик с одним накидом. В следующую петлю 2 столбика. И так до конца ряда мы чередуем. Так, там 2 столбика. Один столбик. Про себя можете говорить, чтобы не запутаться, потому что распускать травку, вот эту пряжу, очень тяжело, она путается. 1, 2 и 1. Здесь у меня 3 воздушные петли, сразу видно, 1, 2, 3. Соединяем соединительной петлей.
делаем 3 воздушных петли, и мы вяжем с вами 4 ряд. 1, 2, 3, 4 ряд. Сейчас мы набрали 3 воздушные петли. В следующую петельку 1 столбик с одним накидом, 2, в следующую петельку 2 столбика с одним накидом, потом в каждую петлю 1 вяжем столбик с одним накидом, в следующую петлю столбик с одним накидом, потом в следующую петлю 2 столбика с одним накидом, и так чередуя 4 ряд. Сейчас мы с вами вяжем в следующую петлю столбик с одним накидом, теперь в следующую петельку 2 столбика с одним накидом, теперь в следующую петельку столбик с одним накидом, в следующую петельку 1 столбик с одним накидом, в следующую петельку 2 столбика с одним накидом. Следующую петельку 1 столбик с одним накидом, следующую петельку 1 столбик с одним накидом, в следующую петельку 2 столбика с одним накидом. И так мы вяжем до конца ряда. Закончили ряд, считаем 1, 2, 3 и соединяем соединительным столбиком. Теперь делаем сразу 3 воздушные петли, 1, 2, 3, 3 петли подъема. Дальше смотрим. Мы связали 1, 2, 3, 4 ряд. Сейчас мы с вами вяжем 5 ряд. Сейчас мы набрали 3 воздушные петли, и в эту же петлю мы столбик с одним накидом вяжем.
Потом вяжем в следующую петельку одну петлю, столбик с одним накидом, в следующую петельку, столбик с одним накидом, и в следующую петельку, столбик с одним накидом. В следующую петлю 2 столбика с одним накидом, потом опять чередуется 3, 2, 3, 2, 3, 2. Это мы вяжем пятый ряд. Сейчас нам нужно, где мы соединяли соединительный столбик, мы насквозь в петлю вяжем столбик с одним накидом. Потом следующую петельку столбик с одним накидом. В следующую петельку столбик с одним накидом. И в следующую петельку столбик с одним накидом. Теперь в следующую петельку мы вяжем 2 столбика с одним накидом. Потом столбик с одним накидом в следующую петлю. В следующую петлю столбик с одним накидом. В следующую петлю столбик с одним накидом. Теперь в следующую петлю 2 столбика с одним накидом. И так мы вяжем до конца, чередуя. И соединяем соединительной петлей. Так мы продолжаем, значит, заканчиваем тоже так же в третью петельку насквозь петлю соединительным столбиком. Это мы с вами заканчиваем пятый ряд. Вот так, сейчас покажу вам. Так, раз, два, три, четыре, пять. Здесь у нас было по три. До этого ряда четвертый у нас было по две. Значит, я дочке связала ей 4,5 годика. Значит, это у нас пятый ряд. Так, раз, два, три, четыре, пять. 6 рядов я ей связала, ей 4,5 годика. Вот, в следующий, значит, у нас по рисунку идет 3 воздушные петли набираем. В следующую петельку столбик с одним накидом. В следующую петельку 2 столбика с одним накидом. Потом 4 петельки идет, 2 столбика с одним накидом, 4 петельки. Вот, значит, я 6 рядов связала. Моему сыну 8 лет, она очень хорошо тянется. Я ему свяжу еще добавочный 1 ряд. Здесь у нас по 4 между двумя столбиками
а здесь по 5. Следующий, вот когда мы будем вязать шестой ряд, значит, один столбик прибавляется, потом 2 столбика с одним накидом. Следующий ряд, шестой ряд, вы этот рисуночек зарисуете или скопируете, значит, тоже 3 воздушные петли подъема, 3 столбика с одним накидом, 2 столбика с одним накидом, потом 5 столбиков с одним накидом. Это заканчивающий ряд, шестой ряд. Потом мы седьмой ряд вязать уже не будем. Мы будем вязать 3 столбика на подъем и в каждую петельку ряда столбики с одним накидом. И по окружности идем, вяжем, вяжем столбики с одним накидом. Соединили 3 воздушные петли и столбики с одним накидом в каждую петлю. И у нас получится вот такая красивая шапочка. По объему она очень красиво смотрится. Рядов мы будем вязать, сейчас я скажу, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, сейчас вот отсюда, если я посмотрю, раз мы там будем 6 вязать, так, я ее перевернула. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Если у него будет 6 рядов, значит, прибавочный один ряд, то будем вязать, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рядов столбики с одним накидом по окружности. И потом нужно будет вязать 2 ряда столбики без накида. Потом в следующем видеоуроке, когда мы это все свяжем, я вам покажу, как надвязывать ушки. Вот, как с задней части сколько оставлять и с передней части, чтобы бахрома вот это не мешала. Вот мы свяжем, она у нас будет вот так. А я перевернула ее, чтобы она была, она с этой стороны пушистее смотрится красиво. В следующем видеоуроке я вам покажу, как надвязывать ушки и какая она у нас получится. Здравствуйте, любители вязания! На прошлом видеоуроке я вам сказала, значит, связать по схеме, значит, до седьмого ряда. Вот, мы седьмой ряд закончим, значит, прибавку, поднимая 3 столбика, получается 3 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом, потом 2 столбика с двумя накидами, 5 столбиков, потом 2 столбика с одним накидом. И потом мы после прибавки, я вам вас попросила связать 13 рядов столбики с одним накидом, уже без прибавки. Теперь мы заканчиваем шапочку, столбики без накида. Мы должны провязать с вами 2 ряда. Вот мы соединили соединительным столбиком ряд. И теперь мы весь ряд вяжем столбики без накида. Потом я вам покажу, как нужно надвязать ушки. Нитки нам должно хватить на всю шапочку. У нас даже нитки не останется. Вот. Одного мотка достаточно для шапочки. Два ряда закончим и потом начинаем вязать ушки.
Это вот мы отсюда начали вязать столбики без накида, соединяем соединительным столбиком и второй ряд довязываем и продолжаем вязать ушки. Одно ушко я связала для шапочки. Для примера вам. Сейчас я вам покажу, как связать, значит, вторую ушко. Вот здесь вот эта задняя часть у нас, где соединительная петля была, столбики без накида соединяли. Здесь 1, 2, 3, 4, 5. На шестую петлю мы начинаем вязать, значит, ушко. Надвязываем. Вот сейчас мы от этой задней части отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5. И на шестую петлю мы вдеваем крючок и будем с вами начинать вязать ушко. Оставляем примерно ниточку вот так, сантиметра 2-3, можно 4. И теперь мы ее с задней части мы ее свяжем. Теперь набираем 3 воздушные петли. Одна есть, 2, 3. Теперь эту петлю нам нужно сзади провязать. Делаем накид, вяжем столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15 столбиков с одним накидом. Теперь нам нужно вот эта задняя часть. Мы соединяем боком. Складываем нашу шапочку и проверяем. Значит, нам 15, 16 будет сейчас. 15, 16, 17. И 18 столбиков с одним накидом. Теперь снова мы сгибаем и проверяем. Одинаково. Теперь мы с вами набираем 2 воздушные петли, разворачиваем вязание и снова в эту же петельку насквозь в петлю вяжем столбик с одним накидом и до конца вяжем столбики с одним накидом в каждую петлю насквозь в петлю. Два ряда у нас получится полностью. До конца ряда мы вяжем. С третьего ряда мы начнем убавлять наше ушко.
провязываем все петельки. Так, провязали, петельку вытянули, снова складываем, проверяем, одинаково. Теперь делаем 2 воздушные петли, петли подъема. Первую петельку пропускаем, вяжем во вторую петельку столбики с одним накидом. Это идет у нас убавление. До конца довязываем, следующие 2 петли по петли подъема и снова убавление у нас. Сейчас в каждом ряду у нас будет постоянно убавление. Сейчас скажу, сколько нужно будет еще рядов таких убавлений связать. Сейчас снова 2 воздушные петли, снова разворачиваем вязание, первую петельку пропускаем, вяжем во вторую петельку. И так до конца ряда. С каждым поворотом мы убавляем на 1 петлю. Вот такая у нас шапочка получается. Сейчас мы с вами еще свяжем. Так, вот ряд пошел, раз. Так, еще нужно будет связать таких 3 ряда. Потом до последней петельки довяжете, отрежете ниточку примерно сантиметра 3, в петельку просунете, в петельку засунете нить, затянете и спрячете ниточку вовнутрь. Это задняя часть нашей шапки, это передняя часть. С этой стороны мы вязали, а носить будем вот с этой стороны. Вот она такая пышненькая получается. Эту ниточку, которую мы вязали, спрячем вовнутрь нашей шапки. Вот, и шапочка наша будет готова. До свидания.